Футбольный клуб «Люберцы» занял второе место в первенстве России среди команд третьего дивизиона. Клуб набрал 70 очков, уступив 2 очка победителю – команде «Квант» из Обнинска. В администрации подвели итоги футбольного сезона 2017. Я надеюсь, нам по силам в следующем году занять первое место. По итогам сезона ФК «Люберцы» стал серебряным призером чемпионата России в третьем дивизионе зоны Московской области. Футболистам совсем немного не хватило до победы, но они показали отличную игру. Сезон как бы разделился на две части. Первые 11 игр сезона, когда команда не совсем, скажем, удачно играла и набирала очки. И после этого 19 игр, в которых команда одержала 18 побед. Первый круг мы набрали 28 очков, во втором круге мы набрали 42 очка. Во втором круге ФК «Люберцы» даже смог обогнать по количеству очков лидирующую команду сезона. Наши футболисты забили на 2 гола больше, чем ФК «Квант» из Обнинска. Таких успехов удалось достичь за счет привлечения новых игроков в команду и смены расстановки спортсменов. В итоге некоторые люберчане смогли забить ворота соперников по 15 и 14 мячей. Мы подбирали игроков, которые могли бы усилить наш атакующий потенциал, потому что в оборонительном плане у нас было все хорошо, и команда за первый круг пропустила меньше всех мячей. Команда преобразилась и стала лидером по числу побед, которые были одержаны в этих играх. В течение сезона власти «Люберец» оказывали большую поддержку спортсменам. На подведении итогов глава округа отметил высокий уровень игры команды и вручил благодарственное письмо главному тренеру клуба за достигнутые результаты. Игрокам Владимир Ружицкий пожелал новых побед и не останавливаться на достигнутом. Сезон прошел, а я думаю, что в целом все удовлетворены, за исключением некоторых. Потому что некоторые рассчитывали на первое место. Поэтому всем за это спасибо. Много сил сюда положил вот и Сургов Владимир Владимирович. Теперь на футбольный клуб «Люберцы» возложено много надежд. В следующем году от них ждут только победы и попадания во второй дивизион чемпионата России. Подготовку к сезону 2018 спортсмены начнут в марте. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.